Всем привет! Наш ученик пришел первый день сегодня со школы. Ну, садись, рассказывай, как дела у тебя. Садись. Вроде это построено. Физкультуры не было. Просто там ролик показывали и объясняли. Кстати, на физкультуре теперь, если хорошая погода будет, то на стадионе. А если нет, то спортзал. Так это что, теперь надо еще одни кроссовки тебе? Да? Ну, если на улице бегать. Две пары. Ну, в одних ходить на улице, в других в здании, да? А, нет, стой. В одних ходить в школу и там бегать. Угу. Так, расскажи, чем вас сегодня кормили? Рисовая каша. Молочная? А, да. Белая? Да, там масло добавили. Ну, молочная, ну. И кофе с молоком. Еще там хлеба свежего наложили. Угу. И все? С кем? С Николь. С Николь. Ага. А на том же месте или на другой ряд пересел? Нет, вот здесь вот я был. Угу. Здесь середина, я здесь. Вот ближе к дверям, да? Да, самое близкое. Хорошо. Только на второй партии. Ну, понятно. А то там возле окна жарко будет сидеть. Ну, и там жарко. Но тут все равно не а так. А там сзади Семен сидит. Оценки не ставили вам? А, Данилу 5 поставили, а мне ничего не ставили и другим. Чё спрашивали? Да, повторяли все с первого класса. Ты что-нибудь помнишь или уже все забыл? Почти все. Почти все помню? Половину помню. Половину помню. Угу. Тебе понравилось тебе все? Да, нормально. Видите, вот палау наш. А тут вот ты, мам, неправильно заполнила. Надо было здесь. А, Сима да? Была. Ну да. И вот я заполнила. Ага, первый раз Дима заполнил дневник. Принести папку. Английский язык. Завтра английский язык. Так, это... Подожди. Литература. Это вот потому, чтобы не влезло. Угу. Русский язык. Угу. Английский язык. Технология. И технология. Угу. И вот, принести папку. Мы все докупаем канцелярию, вот такую купила. Как она, непроливайка называется? Да. Это... Непроливайка, да. Двойная. Двойную тебе надо? Да. Смотрите, как я прикольно придумал. Угу, закладочка. Вот непроливайку купила, набор линеечек купила. Тут треугольнички, транспортир, простая линеечка. Ну-ка, да. Я сейчас распутаю. И две обложки на иностранный язык. На тетрадь и на учебник. Две обложки вот купила. Ну, пока все, циркуль, я думаю, пока не нужен, пока все равно повторение идет. Ну, все, переодеваемся, Дима. Ага. Ты не голодный? Да лучше. Угу. Молоко не давали? Нет, сливы давали. Сливы? Ух ты, здорово. Ладно, хорошо. Все рассказали, первое впечатление о первом дне. Уроки задавали? Нет? Уроки делать не надо, что ли? Ты что, завис? Дима, ау! Завис. Ладно. Сейчас Дима вам историю расскажет, какая с ним сегодня приключилась в классе. Давай, Дима. Сижу я только за партой, и мой одноклассник мне дает... Подожди. Прервала нас сигнализация за окном. Давай, Дима, заново. Такое я сижу за партой, мне одноклассник дает скомканную, ну, такое где-то бумажку. И он говорит, что это якобы записка. И я такой, типа, открываю, и там снизу Дима, а сверху сердечек много и еще красным разукрашено. Интересно, кто это тебе подкинул такую записку? Я думаю, весь день. Уже голову. Дима, кто-то у тебя тайная поклонница есть в классе. Кто же это может быть? Есть предположение, кто это может быть? Какая девочка? Ксюша, может быть. Ксюша? Не та, которая, знаешь, все время с косичками, в очках. Ага. А обычно, знаешь, без очков. Красивая такая девочка Ксюша у вас есть. Ты думаешь, она... Да, она все время на меня смотрит и на меня. Она прям... Вот здесь я сижу, а она здесь. Ага, и она, наверное, попросила Никиту передать тебе?
А ты чего Никиты не спросила, кто тебе дал? Надо было шепотом: Никита, а кто тебе дал эту записку? А еще я предполагаю, что это Алина. Странная какая-то. Ты завтра Никитку-то прижми к стене, скажи: Никитка, кто передал записку? Ну-ка, признавайся. Ага. Угу. Мне самой интересно, какая-то тайная поклонница у тебя появилась. Записки теперь пишет с сердечками. Очень интересно. А сверху вроде что-то было еще. Сверху было что-то. А ты что, выкинул эту записку? Нет, я дал Платохе. Назад отдал? Да. Посмотрел и вернул, да? Стой, я, короче, ему сказал, дай тому, кто это написал. Он себе оставил. А может, это Платоха тебе нарисовал? Может. Может, это мальчик тебе нарисовал все-таки такую записку? Может. Вот смех был бы. Может, ладно.